Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. اليوم صباحا تقدم باتجاه مدينة مورك وتم السيطرة عليها بشكل كامل وتمشيطها من الألغام، وكانت أعداد كثيرة من الألغام موجودة هناك. ونحن الآن على جسر مورك ونبعد عن النقطة التركية حوالي 500 متر الموجودة فيها النقطة العناصر الأتراك، وهناك مع معدات والمواد اللوجستية الموجودة فيها. شو يا ربي؟ أنا ما فهمت شيء.
странной, такой симпатичной, уютной пещерке, которую оборудовали боевики Джейша Лиза, бравировали ими, надеясь, что эти пещеры позволят им находиться здесь долго и счастливо. Кто-то им внушил такое, но, как видим, они ошибались. Сегодня здесь мы, посмотрите, вот это, скорее всего, была старая постройка. Вот они через эту старую постройку сделали вот такую пещерку. Прям как апостолы. И вот здесь вот еще какую-то нору собирались сделать тоже. Но на сегодняшний день здесь чисто. И населенный пункт Латамна, из которого было самое большое количество обстрелов Мхардии, Скальбии, других прилежащих населенников, откуда прилетало даже на авиабазу Хмеймим, на сегодняшний день этот пункт абсолютно безопасный, и наличие боевиков здесь не отмечено. شايف نور ساتر شايف نور ساتر